«Приключения в пижаме» – спектакль с таким названием показали в детской областной больнице Саратова. Постановка показана в рамках 3-го Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского. Спектакль «Приключения в пижаме» придуман и реализован благотворительным фондом «Доктор Клоун» совместно с лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» режиссером Александром Хухлиным. В наш город вместе с труппой актеров приехал и художественный руководитель фонда Максим Матвеев. Он рассказал, что это первое представление, созданное специально для детей, находящихся на длительном стационарном лечении и для показа в детских больницах. Спектакль представляет собой пантомиму. У актеров практически нет слов. Общаются между собой они при помощи жестов и мимики. Такой формат постановки выбран не случайно. Сделано это для того, чтобы не перегружать больных детей сложными диалогами. Основная задача спектакля – скрасить дни пребывания в больнице и поднять детям настроение. Этот спектакль призван, как мне кажется, показать, что в больнице не так страшно, как может быть. А больница может быть наполнена достаточно добрыми и отзывчивыми людьми, нацеленными на то, чтобы ребенок поскорее отсюда вышел, и нацеленными на то, чтобы скрасить его пребывание здесь. Что здесь есть поле для фантазий, и спектакль для детей, находящихся в больнице, и спектакль о детях, которые попадают в больницу. Благотворительный спектакль стал одним из заключительных в рамках 3-го Всероссийского фестиваля имени Олега Янковского. Всего в его рамках зрители увидели 13 театральных постановок. Заключительный спектакль «Признание в любви» с участием Евгения Миронова и Ксении Рапопорт сыграли на сцене Театра оперы и балета 24 ноября.